А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 681 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. А в это время украинские военные продолжают расширять свой плацдарм на левом берегу Херсонщины. Ура! И выбить их оттуда, оттеснить уже невозможно. Только Шойгу об этом не говорите. Но вчера в Крыму был неспокойный день. Две волны ракет летели на различные военные объекты. По плану. И в районе Севастополя, а также в районе Евпатории прозвучали оглушительные взрывы. Поражена военная часть вблиз Евпатории. Там есть прилеты. Наблюдалось десятки скорых и пожарных. Дым до небес. Все, как любят оккупанты. Также во вторую волну ракет взрывы раздались в районе САК. Оккупанты там тоже сообщили о ракетной атаке. По заявлению оккупантов, это был самый массовый обстрел Крыма за последние полгода. Как всегда, по утверждению оккупантов, все ракеты сбиты. Русское ПВО работает на 100%. Но это не точно. Разрушений и жертв нет. Потерь в вооруженных силах России нет. Но мы-то знаем всю правду. А за последние сутки еще 790 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми. А всего же с 24 февраля 2022 года, с начала войны, на территории Украины было ликвидировано 363 070 российских захватчиков.